Твоя башня находится в Пензенке. Как башня называется, про которую я спрашивал? Пензанская. Я не знаю тоже. А вот вам не приходило в голову, что все-таки ответ кроется в вопросе? Пизантии, в Пизани, я не знаю. Знаменитая страна Пизания. Я не знаю ее. А Ленин откуда? С Пизани. Я иду побеждать. Я в себя, если что-то, я все равно думаю, что какие-то может быть что-то. Но все равно я иду за победой. Не иду за участием, я хочу именно победить, иначе зачем идти? Когда Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет человека в космос? Сейчас скажу. Я даже толком не помню дату. Но помню, что 1800 там. Я бы сказала так. Недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать подарок расценивать. То есть как внимание, которое там вот дороже моего какого-то дружеского отношения. Почему Герасим утопил его? Потому что она мешала ему ловить рыбу. Две головы хорошо, а четыре? Лучше. А восемь? Еще лучше. А 16? Перебор. А я помню, 11 мгновений чего-то там, как 11. 11 стульев есть, это 12. Не помню, не знаю. 12 мгновений. Не знаю, короче. В один прекрасный день я проснулась и подумала, что я хочу заниматься теннисом. В теннисе мне очень нравится теннис. Какой у вас IQ? IQ я его не проходила. Вы знаете, кто такие гетеросексуалы? Думаю, что знаю, но может я не то знаю, что думаю. Надеюсь, что знаю правильно. Тому що ми одна команда. Сонце вращається вокруг Землі или Земля вокруг Сонця? Ну, наверное, все-таки, ну, наверное, все-таки Сонце. Нет, Земля. Так Земля или Сонце? Я не знаю. Я бы не хотела поехать отдыхать на Атлантиду, потому что для меня это чересчур холодно. Мы обязательно поедем и посетим Атлантиду. Я помощник судьи, вот, у меня было одно серьезное дело, в котором, как бы, я присутствовала и нужно было включать мозги. Я безумно очень испугалась, потому что для меня это дико, то есть у меня такого не было. Я читала много разных книг, и даже, ну, многих, ну, как бы, я не хочу называть, потому что либо они подарили, либо... Ну просто суть-то одна во всех книгах.